Привет, мои дорогие, как у вас дела? Все хорошо ли у вас? Еще раз вас с праздником. Купила баклаву. Думаю, праздник сегодня, надо купить турецкую баклаву. Как так без нее? И еще даже не пробовала, честно скажу. Купила разных по две штучки. Думаю, мне хватит. Ну и также наша украинская крем сметана и с желтой, которую мы приготовили с вами, помните? Так и пчелорам бу киль, Украина, да? Ады саркиль. Вот, наверное, покушаем. Чуть-чуть грязное видео будет. И волоконовка. Такая. My dear, hello. Волоконовка, клей, Украина, yellow, клей. Ну что, наверное, вот прям вот так. А что делать? Прям что-то так захотела сегодня так насладиться, да? Запах только один после побелки. Кокосы, бетон, бадана, сонрасы. Бетоном тоже пахнет. Окей.
Наверное, слышно, как скрипит, да? Скрипит. Ну что, поели, было очень вкусно, но правда грязно. А вот, ну, хочу попробовать с вами, наверное, турецкую баклаву. Даже не знаю, какую съесть. Что-нибудь. Вообще, я любитель более сухой баклавы. А это продают у нас здесь, Бейпазар есть. Там у нас такая сухая, хрустящая прям баклава. А вот продают, это я купила в Оскаре, ну, она вот залита сладостью, да, вот этой вот жидкостью сахарной. И менее, как бы, она такая хрустящая становится. А я люблю более хрустящую. Все равно попробуем. Турецкая баклава. Супер сладкая просто, но нет, для меня слишком сладкая. Оскар'дан aldım. Tadı güzel. Çok tatlı. Вкусно. Ну, я могу поесть сухую. Знаете, вот штуки 4, наверное, могу съесть. А вот такую вот влажненькую уже, которая залита побольше сиропа. Есть в месяц одну штучку. Самое много две штучки. Даже в 2 месяца, наверное. Как-то так. Ну, праздник, надо попробовать. Вот, спасибо вам, мои дорогие. Так, шпилерам, тешекюре дарим. Баклаванам да тадыны бактык. Гюзельды. My dear, thank you. Спасибо, увидимся еще. А я думаю, обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду вам благодарна. Спасибо вам. До следующей встречи.